back. Она спать хочет. Ей шлем, едешь, постоянно оглядываешься, а рулится велосипед очень тяжело. Из-за нее? Он встает вообще, ну, практически вот он. Ого. В центр. Ага. У нас у него, вот он. А поворачивается очень тяжело. При падении, ну, скорее всего, если руки... Руки, да, все. Могут пострадать, да. А когда крутишь педали... Задеваешь. Ну, вот у меня, я 45 размером, задеваю ей за ноги. Получается, вот он. Да. Вот у меня ноги. Ну, 45-й не у всех, слава богу, но все-таки. Задеваю ей, короче. Но это я босой. А считаю, там будет обувь какая-то, буду задевать. Неудобно. Залазить на велосипед теперь только вот так вот. Да. То есть так не перекинешь. Не дай бог забудешь. Привык. Да. Главная опасность, самая главная особенность, вот так ты, вот так колесо начинает подниматься. То есть вот когда ты наклоняешься, самое главное, чтобы вот велосипед не перевесил. Ребенок. И он сразу падает. Да, вот она сразу падает. Ага. Но это ребенок 10 килограмм весит. А считай, будет там такой, да, полуподросток, наверное, еще тяжелее. Ты еще когда едешь, ребенок может сюда руки положить, и ты можешь жопой на ее сесть. Или когда ты сидишь просто, долго едешь, она может тебе руки сюда засунуть, за пояс, и там воткнуться в тебя. Вот, то есть получается, ты привстать уже не сможешь нигде там на кочках. Ну все, отлично. Вот такие свои нюансы. Оп. В следующий раз протестирую велосипед с креслом здесь, расскажу о своих ощущениях здесь. А, замечательно. Ну, блин, такие общие выводы, что небезопасно нифига. Угу.